Ну что, привет всем друзьям. Вот уже подходит конец 2017 год. Я надеюсь, этот год у вас был более-менее благоприятный для ваших семей, родственников, близких, друзей ваших, для вас лично. Подводите итоги года хотя бы у себя в голове. Что вы сделали полезного для себя, своей семьи, своей страны. И желаю вам, чтобы в следующем году он был гораздо ярче, он был лучше, и чтобы все ваши мечты, которые вы держите у себя в голове, мечтаете, чтобы они сбылись. Поэтому, чтобы 2018 год заряжал вас максимум позитивом, энергетикой, я вам именно этого и желаю. С наступающим всех!